Креветки будем варить. Да, я открою водичкой. Кипит, подсоли, я не солила воду. На соль сам взяла. Я не знаю, я не любитель креветок как-то. Кушала до кабачка. Угу. Я хорошо, но не любитель. Одно дыхается жарить. И с лимончиком сделаю. С лимончиком еще более-менее вкусно. Достанем. Кого? Лимон. Так сейчас кидай, сейчас достанем. Нарежешь. Я пока это замес приготовлю. Какой замес? Да все это не вари. Нет, конечно, я сказал попасть. Я Сабринку спросила, он тебя говорю, варить, она говорит, не надо, мне живот быстрее болит. Ну, давай лимон. А? Жареное тогда тут делал, не понравилось. А? Очень вкусно, жареное. Что это? Лимон, когда делал, ой, господи, креветки жарил тогда. Вот тогда вкус. Эта женщина должна быть большой. Я села так, у меня так вот пузо кверху. Ну и что? Ты меня это волнует? Что у тебя вверху, что у тебя внизу? Аккуратненько. Они лимон, кстати, мешают, есть разный. Китайский лимон есть и наш лимон. С нашей с тоненькой корочкой есть толстый, они все в перемешку кидают. Зараза. Ты руками трогай, сразу пошел. Я не чувствую. Да видно же толстый. Тот вот второй мы резали, он тоненькая шкурочка была, а этот толстая шкура. Не выбрасывай, только ладно эту штучку. Конечно. Там с водичкой вкусно. Аж слюни текут. Сказал лимон тут девочки. А что это, да? Ага. Ну-ка, дай пальчик ближе. Там соку. Ва! Я хабаля. А некоторые нет, они спокойно к этому относятся. Мама, хочу тут рыбачу достался. Это конец, видишь. Это мне что, видео обрезать придется? Максут говорит, на кровати обоссался.